Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня я покажу мод, который добавляет рамки в Minecraft Pocket Edition. Вот как видите, вот так выглядят рамки, точь-в-точь как на ПК-версии Майнкрафта. Давайте поставим вещи, вот как видите, поставил вещь. Поставим камень, кирпич, доску. Дерево так поставил не туда. Ошибся, так вот. Давайте мы поставим еще. Допустим, так. Да, вот лучше. Так, что еще? Ну вот, адская ступенька не будет ставиться. Я не помню, как на ПК-версии, но тут она не ставится. Это еще только первая версия рамок, так сказать. Но зато выглядит очень красиво, классно. Можно использовать для декорации дома. О, да, лучше выглядит динамитом, красивее. Также можете сюда поставить верстак, печь. Вот. Вот, как видите, выглядит все в 3D, объемно. Конечно, блоки маленькие искажаются, но вот такой мод. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.